Американский полусредний вес Эрл Спенс поделился мнением о предстоящем поединке между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко, который состоится 29 апреля в Лондоне. «Я наблюдаю за британским боксом, когда есть возможность. У Британии много отличных бойцов, и я думаю, что Энтони победит Кличко в средних раундах. Владимир хитер, но Энтони молод и сильный супертяж. Сейчас его время, а для Кличко настало время передать эстафету». Как сообщает BoxingScan со ссылкой на Международную боксерскую федерацию IBF, представителям верхней части мирового рейтинга полутяжелого веса было предложено обозначить заинтересованность в проведении поединка за звание официального претендента на звание чемпиона мира, но на данный момент позитивный ответ пришел только от россиянина Артура Бетербиева. Если ситуация не изменится до вечера четверга, 23 марта Бетербиев автоматически будет назначен обязательным претендентом для действующего чемпиона Андерворда. Промоутер Билли Джо Сандерса Фрэнк Уоррен подтвердил в интервью Boxing News факт продолжающихся переговоров с командой Геннадия Головкина о поединке в июне этого года на родине Головкина, но при этом подчеркнул, что на данный момент стороны далеки от заключения сделки. «Мы пытаемся организовать бой Головкин-Сандерс, но я не знаю, получится ли у нас. Джейкобс был наиболее успешен, когда переключался в стойку левши. Я думаю, это должно обнадежить Билла. Сандерс – большой средний вес, сильный левша с крепким подбородком. Ситуация интригует, но нам еще предстоит много работы. Мы ведем переговоры и посмотрим, к чему сумеем прийти».